Ну что ж, hello, привет, здравствуйте, девушки, мальчики, друзья, подписчики, с вами Крэш Паша, и я приехал спасать девушку, девушку по имени Амелия Кларк, которую мясник закрыл. Как мне сказали, здесь вышло обновление и добавили кучу новых комнат, а также, возможно, есть новая концовочка, а также в сарае добавили место, в котором кое-что лежит. Мы будем изучать концовочку, смотрите там... обновочку. Там новое окно, через которое можно вылезти, прыгнуть на дерево и потом на крышу сарая. Ну и все, в принципе, кто не знает, мясник — это внук бабки Гренни, потому что у него дом очень сильно скопирован с бабки, но здесь тоже также замки сделаны. Он полностью у бабки научился и спер жертву себе. Так, выстрел. Все. Дробовик пока бросим, потому что патроны фиг найдешь. Смотрите, дверь... Здесь, по-моему, была деревянная, а стала железная. Я заметил, здесь вместо бутылок добавили банки. То есть мясник у нас теперь пьет банки, а не бутылки. Я не знаю, он из алкоголика в алкаша превратился или что. Здесь убрали эту фигню, на которой стояла лампа. Офигеть, добавили, или это было, не знаю. Но точно добавили вот эту штуку. Сюда можно спрятаться, если мясник вдруг вас сильно поймает. Окно перенесли оттуда сюда. Раньше вообще его убрали, потом его перенесли. А, кстати, под лестницей что-то есть? Стремяночка. Нет, здесь какие-то бочки. Смотрите, жирный пришел. Жирный поезд пассажирный, ты чё? Так, давайте дальше искать. Посмотрим. Банки. Везде банки. Он какой-то алкаш реально. Поменяю вот эту штуку, теперь двигать нельзя ее. Насколько я знаю, что... Смотрите, окно... И оно светит классно на кандалы. То есть, если он сюда поймает, нам будет капец. Ну, кстати, там темно. Деревянная дверь. Отодвигаем. Пролазим. Раньше, знаете, была какая-то своя атмосфера здесь, когда здесь раньше помехи по всему экрану были. Тоже было прикольненько, своеобразно. Пусто? Офигеть, пусто. Так, а здесь что у нас? Ключ от машины. При игре призрак вам будет показана реклама. Так, ладно, реклама нам не надо. Нам надо узнать секреты мясника, который он в этой обнове приготовил. Деревянный брусок. Вот я вообще не знаю, как мясник додумался засунуть в деревянный брусок ключ. И как наш персонаж додумывается, то что там лежит именно вот эта вот фигня. Ладно. Офигенно, так. Все, выключили. Идем дальше. Окошко. Раньше его, по-моему, не было. То есть... Мясник Амелии Кларк хочет... Смотрите, дырка. Дырка. Смотрите, добавили окошко, через которое можно на девку смотреть. Девка, ты где там? Ладно, побежали дальше. Так, мясник, давай ты не будешь таким жирным. Что это? Пусто. Ящики. Что у нас на кухне есть? Пусто. Верхние шкафчики всегда закрыты. Пусто. Нож. Пусто. Нож, он мясо здесь кушал. Какой голодный мясник. Так, а на улице, может быть, еще что-то добавили, подождите. Нет, здесь, смотрите, забит забор. Вышка стоит. А тут немножко ничего нету. Улица как улица, хорошо. Нам осталось пойти наверх. Или, офигеть. Щипцы, они нам пригодятся, кстати, наверху, по-моему. Но давайте вначале откроем Амелию Кларк. Посмотрим, сколько там замков вообще. Так, подвязка, вот этот замочек, какой-то вот этот штрих-код или что это? Так, раз, перерезать надо фигню. Короче, добавили, как-то все поменяли, чтобы мы запутались, ну и добавили, в принципе, всего прикольного. Я не ожидал такого от них. Вообще не ожидал то, что мясника обновят, потому что давно ничего... В шкаф прятаться можно теперь. Раньше, по-моему, нельзя было это делать, если мне память не ошибает. Раньше можно было от мясника просто бегать и все. Ты либо... Эти шкафчики закрыты. Открыты. Картина не трогается. Мясник, ты че, пугаешь меня тут? Банка. Какая-то банка. Ты сильно много банок очень добавил. Так, ладно, давайте. Пусто. Закрыт. А, спрятался шкаф. Здесь везде добавили дырки. Но мне кажется, если мясник вот так подойдет и посмотрит сюда, как бы нас будет видно слегка. Так что, мне кажется, это ненадежная идея.
Смотрите, круглый ключ. Вам нужны перчатки, чтобы взять этот предмет. То есть как добавились... Раньше, помните, какое-то было зерно какое-то было. Офигеть! Новая концовка смерти. Это новая плохая концовка, ребята. Офигеть. Представляете, можно было утонуть в ванной. Блинский блин. Офигеть. А интересно, наши щипцы не провалились туда вниз? Иначе будет кирдык. Где щипцы? Так, больше не наступаем сюда. А где щипцы? Фух, я думал, они провалились в воду. Это какая-то кислота. Возможно, она нужна, чтобы как-то избавиться от своих жертв. Такой говорит, где деньги? Где деньги? Я говорю, что у меня нет денег, я ж бабушка. Я ж бабушка Грэнни, откуда у меня деньги? У меня есть только пита. И все, и валит вас. Так что, в этот раз нет. Капец, я не ожидал. Представляете, я не знаю, кто не заметил это. Еще кроме меня, кто уже играл в обнову. Но это новая плохая концовочка. Так, смотрим, мясо. Забито. Я уже проверял, я думал, здесь молотком надо, а здесь надо щипцами вытянуть гвозди, и, короче, можно будет прыгнуть сюда. Четко. Так, кусачки. Мяснички. Вылезти из окна. А, вылезти из сарайки. Смотрите. Это ноги его жертв. Офигеть. Блин. Вы понимаете, он... отрывает ноги невинным жертвам. Это какие-то рабочие были или пожарники, или... А, это он сам завязал. Вообще урод какой-то непонятный. Ладно. Кусачки пока здесь оставим. Смотрите, Джеймс Бонд вылез из окна. По дереву чуть-чуть. Держимся рукой за дерево. И прыгнули. Офигеть. Так, ладно. Упали. Патроны. Но это если вы... перчатки... Офигеть, надели перчатку. Но патроны нужны, это если вы играете не на призраки, наверное. Потому что сейчас-то они нам не нужны особо. Раз, два, три. Все, здесь мы открыли, погнали. В жижу залезем с перчатками. Правда, надо иметь в виду, что жижа нам поможет только это. Круглый ключ, я понял, куда надо круглый ключик, ребят. Круглый ключик надо... Так, молоточек. Круглый ключик нужно в это. Где искал какой-то пин-код. Вот где искал какой-то пин-код, туда на круглый ключик. Давайте проверим. Раз, два, три. Вот, круг. Остался только красный ключ и дробовик. Молоток. Банка. Щипцы надо забрать. Щипцы лежали сверху. Мы ими сейчас расщепим все. Пара-па-пам-па-пам, дорогу щенкам. Так, здесь ничего не надо. Пусто, пусто, пусто. А, вот они. Отлично, кусачки. Все, бежим быстро вниз. А это что, молоток? А молотком я не помню, что нужно сделать, кстати. Молотком я не помню, что нужно сделать. Молотком, по-моему, что-то разбить надо. Ну, а, зеркало, все, все, все. Зеркало разбиваем и потом сваливаем. Нам остался только красный ключ найти. И, наверное, мы свалим от этого мясника, вонючки. Так, здесь роняем. Раз. Все. А почему нельзя кусачки выбросить? Вы видите, кусачки зависли. Офигеть. Так, а где тогда кот находится? Мне вот интересненько. Куда мясник спрятал кот, если мы его нигде не нашли? Странно. Дротик. Где кот лежит? В унитазе нету. Здесь его. Это что? Как круглый ключ здесь оказался? Мы же его скинули вниз. В смысле? Как? Кота здесь нету, нету, нету. Здесь его нигде нету? Нету. И это не кот. Ладно. Так, в окно мы не будем прыгать пока. Нам, в принципе, туда больше не нужно. А, выдвижной ящик. Нет, кода нету. В смысле, куда мясник его дел тогда от нас? Мы его нигде не видели. На улице он быть не может. Я тогда даже не знаю, где может быть код. Банка, мясник.
Знаете, у него очень много секретов. Мне вот интересно, зачем он вообще украл Эмилию Кларк? Так. Блин, здесь дробовик надо. Точно? Да. Забаговало у нас все, видите? Мы ничего не можем сделать. Мы можем только смотреть. Так, дробовик мы сюда бросили. Хорошо. Мы не можем ничего сделать, мы можем только смотреть. Я не знаю почему, но мы теперь предметы не можем выбросить. Это, наверное, как-то связано с перчатками, которые у нас забаговали. Так, ладно. Здесь пусто. Пусто, кода нету, лопата. С помощью лопаты он, наверное, в бетон в своем сарае закатывает жертв. Ах ты, урод, ты! Вообще офигел. Кот спрятал от нас. Жертв закатывает в бетон в сарайке. Это просто жесть. Это... Ребятушки. Ребята, ребятушки, ребятки. Я даже не знал, что здесь есть дырка, в которой что-то может лежать. Они просто спрятали вот нас куда-то вообще. Непонятно. Ну что ж, готовьтесь. Сейчас мы сделаем концовочку. Посмотрим, что изменилось. Изменилось ли вообще что-то. Ну, в крайнем случае, мы нашли новую плохую смерть. Это просто было жесть. Я даже не знал, что так получится у нас. Так, побежали. Мясник, иди за нами. Что? Блин, вот видите, баг. Пропала кнопка «бросить». Я не знаю, из-за чего. Мясник пришел. При мяснике открываем дверь. Смотрите. Он как-то отреагирует. То есть он находится сзади нас прям. И мы открыли, и он исчез, смотрите. Он исчез, это нечестно. Он бы мог нас спалить. Он телепортировался. А ну-ка. Какая же концовочка? То зачем он язык показывает? Короче, девочки и мальчики, если вам понравилась концовочка и все такое, то ставьте лайк. Если вам обнова понравилась, ставьте лайк. Здесь и крышу добавили, и сарай добавили. Ну и все, в принципе, подписка, колокольчик, чтобы новые серии не пропустить. Ну а с вами был Крэш Паша. Всем спасибо, всем пока-пока-пока.